фигуре Горбачева отношусь не просто. В свое время, так сказать, и противоречия с ним были в те времена, когда она такая еще во время перестройки. Мы пытались реорганизовать КПСС, разделить ее на социал-демократическую и коммунистическую часть. Горбачев этого не хотел. Из-за этого, мы считаем, во многом, так сказать, многое чего рухнуло. То есть отношения непростые. Но, честно скажу, сидел, ужинал на даче. Рядом под рукой был iPad, и вдруг увидел это сообщение. Достал из холодильника бутылку водки, и мы с женой выпили, помянули старика. Потому что сколько бы на него ни ругались, он нам с вами подарил новую жизнь. Новую, вторую жизнь, совершенно отличную от той, которая у нас была в Советском Союзе. Прожить две разных жизни, это в определенной семье. Кому-то может не нравиться, а кому-то, может быть, это дар. Поэтому, что касается вообще этой вот ситуации с вот этими сообщениями. Ну, это не профессионализм руководителей информационных служб. К сожалению, их развелось очень много. Средний уровень профессионализма упал. Конечно, надо перепроверять любые сообщения, когда не критично подают, так сказать. Это приводит вот к таким явлениям. Ну, что, в конце концов, с тому же Интерфакс трудно было позвонить в пресс-службу правительства и узнать, что никакого Якунина не отставляли, что ли?